Привет, мои дорогие. Так, вчера я отодрала эти вот ступеньки. В общем, делаем мы ступеньки. Пальчики вот здесь вот у меня чуть-чуть нарывал вчера. И знаете, что я взяла? Перекисью. Я перекисью пользуюсь только наружным. Я не полощу себе ни рот, не пью его. Здесь американцы очень много используют перекись для наружного потребления. Вот, и я себе перекись полила, и сегодня все слава богу, потому что в детстве у меня очень много было, вернее часто, и мать понятия не имела, что делать, и у меня один раз даже вот гной пошел под ноготь жутко, и что мама делала? Ерунда, сиди парь. И вот я сидела часами, этот палец парила, и вы знаете, в конце дошло до того, что у меня до того гной собрался под ногтем. Вот, что я сама пошла, я ребенком была, мне лет 9-10 было. Моя мама не ходила со мной к докторам. Кстати, я там ставила одно видео. Знаете, кому она пошла? Гинекологу со мной в 19,5, да? А вот я еще удивилась, чего туда переться, а потом вообще наплевать, почему я замуж не вышла, да? Вот, такое интересное, такое сразу раз и воспоминание. А по докторам она не ходила, я сама ходила, вот на проспекте Шевченко, в общем, и врач-садист попался, содрал мне вот этот ноготь наживую. Вот, ну, слава богу, так, я детям сразу, у меня муж с головой дружит, все, и объяснил вот и как перекисью пользоваться, и все, потому что я раньше зеленка делала, а перекись лучше вот на вавке. Так вот, что я делаю, ребятки? Короче, эти вот, плинтуса же, вот. Всем привет от моих машинок. Нажимаю. Сейчас покажу. Я же таки работаю с машинками. Ура, машинка! Ура, машинка. А я в рабочей форме. Всем пока.